Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манохара Ванча Калпатару Ваша Кипа Синду Бевача Патитанам павуне бхавишнавебхьо намо намах мукам кароти вачалам пангум ланghayati грим ят кипатамахам банде парамананда мадавам бриндавай тулси девай пьявай кешава сача кришна бхакти параде деви саттва ваттвай намо намах нараяна намаскритто нарам чайва нароттамам Девин Сарасватинг Весам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрашча Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Баруну Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам панутапал бхавадипутам банде махапурусате чаруна арвиндам ятпада паллабанакханда мани чатая биспуриджита кимепи гоподушвадарш пурнанурагро сасагро сарамурти сарадика майи када кипам кироси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Баранаси пурапати бхажави санатам Баги саджуша бадане Лакшмир жаса чавакшаси Жасьясиде сангит Твам нишингамахам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jang Brahma Varunendra Rudamaruto Stunvanti Divvaistavai Vedai Sangha Padakrama Upanishadai Gayanti Yam Samaga Dhyanavastita Tadgatina Manasa Pashyanti Yam Yogina Yasyam Tamna Viduhu Sura Suragana Devayata Asmai Namaha Yang Brahma Varunendra Rudamaruto Stunvanti Divvaistavai Vedai Sangha Padakrama Upanishadai Gayanti Yam Samaga Dhyanavastita Tadgatina Manasa Pashyanti Yam Yogina Yasyam Tamna Viduhu Sura Suragana Devayata Asmai Namaha Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что до тех пор, пока мы поддерживаем огонь Санкиртана Яги, до тех пор никаких проблем среди нас не будет. Иначе различная политика, конкуренция может начаться. И до тех пор, пока мы успешны в том, чтобы сохранять огонь Санкиртана Яги, до тех пор, пока мы можем сохранять Санкиртан Яги в нашем храме, до тех пор не будет никаких проблем, никакой борьбы, никакой конкуренции среди преданных. Может, в каких-то редких случаях только. Но если мы не сможем поддерживать этот огонь Санкиртаны, то в этом случае различные корыстные интересы, политика, конкуренция, они придут и осквернят путь нашего баджана. И в этом проблема. Наша картик-врата, наша вся жизнь, она подобна картик-врата. Это не значит, что сегодня она кончилась. И вот мы поддерживаем нашу картик-врату, поскольку обусловленные души не готовы совершать баджан, хотят как-то отдохнуть или ничего не делать, меньше следовать. Но эти правила и предписания, если они будут в нашей жизни, то в этом случае это очень хорошо для нас. Это поможет нам совершать баджан лучше. И вчера я забыл сказать. То последнем лесе, и вот как-то мы пересекли реку, там Мадван, это такое место, где все телята и Кришна, они играли. И это место, где Паламбасу на них напал. И он там был убит. Этот Паламбаса, он пришел в форме осла. Сначала он пришел в форме тоже пастушков, чтобы как-то их обмануть. И потом Баладева забрал в Мадхуру, к Камсе, и тот его убил, в смысле, этого Паламбаса убили. И вот мы были в Мадхуване. Потом в Талаван пошли. В Кумудван. В Бахулаван. It is Bahulavan, Radha Kundi is under Bahulavan.
вот Радакундана в области этого Бахулавана находится и оттуда. Камьяван и прочие. Билаван пропустили. И вот в Билаване, где наша Лакшми совершает баджан до сих пор. И вот это достаточно далеко, если считать от Вриндавана, от Кешегата. И вот с другой стороны реки. И там Билаван. Если мы идем с Дауджи Расалилы, проходим Тапавана, Акшаяван. И так все обходим, потом Мадхуван, пересекаем реку. С Мадхувана достаточно далеко. Потом опять доходим до Ямуны, если хотите, и так и... Или кто-то наоборот делает, но это не совсем правильно, лучше ходить так вокруг. Еще есть Манасаровар, я вчера забыл. И вот Манасаровар там. Это то место, где Радхарани, она была недовольна Кришной. И в то время она не была согласна с Кришной, и Кришна, он начал поклоняться Радхарани, молиться ей, чтобы она простила его. И это особая кунда, очень прекрасная кунда. Там можно принять омовение, и Шанкар Бхагаван, когда он хотел войти в Расалилу, перед этим Шанкар Бхагаван принял омовение в этой кунде, Манасе Ганге, и обрел Гопи Бабу. И вот с сегодняшнего дня мы должны поддерживать, слушать Харикатху. Если мы не сможем непрерывно слушать Харикатху, то почувствуем какой-то холод, наш баджан станет такой холодный. Как пример я могу привести, как если кусок железа находится в огне, то он сияет и обретает качество огня. А если его вытащить из огня, он из сияющего станет обычным черным куском железа. И те, кто заинтересованы в том, чтобы совершать харибаджан, они должны поддерживать санкиртану и харикатху в своей жизни. Если они что-то делают, то это тоже хорошо, если это будет связано с харибаджаном. Садхгуру всегда... И вот он всегда хочет помочь вам. И вот я хочу рассказать об одном случае. И вот смотрите, я могу рассказать о могуществе Садхгуру. У нас нет веры в Гуру Вайшнава, в этом проблема. И вот один случай был в Ассаме. И там один преданный получил Харинаму Дикшу от Шрилы Прабхупады. Но после этого он опять пал. Раньше его характер был не столь плох, но потом получил прибежище у Шрилы Прабхупады, совершал баджан. Но потом попал под влияние сатсанги,
пал, начал есть всякую ерунду. Но его жена, они оба получили дикшу. Но жена всегда молилась о его благе, и он даже не повторял Харинам на Джапамале, но жена его повторяла на его маме также. И вот жена молилась Шри Прабхупаде, чтобы тот спас ее мужа. И что в итоге случилось, его жизнь сократилась, и вот он был уже на пороге смерти. И вот уже Ямадуты пришли, начали тянуть его душу из тела. И вот он увидел их, что они пришли уже, схватили его. То есть еще не схватили, вот почти схватили, вот он из страха вспомнил Шрилу Прабхупаду, он воскликнул: «О, Прабхупад, спаси меня!» И вот он так искренне молил о помощи. И вот Шрила Прабхупад, когда он обратился к Шриле Прабхупаде, Прабхупад явился там, и эти посланники Ямараджа, они ушли, они уж собирались вытащить его душу и тащить в Ямалаю. Но когда он вспомнил Шрилу Прабхупаду, искренне взмолился ему о помощи, Шрила Прабхупад явился, и все эти спутники Ямараджа, они ушли. Что случилось? Он уже вот почти умер. И вот после этого он очнулся, спросил, где моя мала, давайте несите джапамалу. Жена принесла джапамалу, и он... И вот он начал повторять харинам, и так повторял до конца своей жизни. И таким образом, благодаря Шриле Прабхупаде, он спасся. И таким образом, если у нас есть стопроцентная вера, то мы увидим, почувствуем, что Садгуру, он с нами. Шрила Прабхупад говорил, что если вы попадете в ад, если вы совершаете баджану, какую-то ошибку совершите, можете в ад на какое-то время попасть, но Гопадпадма попытается спасти вас, но те, кто не имеет веры, не имеет уважения к Шриле Прабхупаде, то к им это не относится. И вот вопрос в том, почему мы не можем выражать почтение друг другу, почему такие проблемы возникают. Я уже говорил, до тех пор, пока мы можем поддерживать огонь Санкиртана Яги, до того момента мы сможем поддерживать гармонию между нами. А если мы не сможем поддерживать огонь из Санкиртана Яги, то храмы вместо храмов превратятся в какие-то воскресные клубы. Начнет это появляться конкуренция в разных материальных занятиях. Кали, она всегда мешает нам совершать хороший баджан. Она всегда какие-то препятствия чинит. И во время читания Махапрабху можно вспомнить, что не было вопросов никаких обществ. Преданные не думали, что это вообще нужно, чтобы организовывать какие-то общества, чтобы совершать служение, поскольку у всех настроение было одинаковое. Если ваше настроение такое же, как у меня, если вы искренне хотите совершать Гуру Севу без всякой корысти, то в этом случае вопрос борьбы не возникает. Если вы стремитесь к какой-то корысти,
каким-то своим целям, то такая гармония теряется. Каждый думает, что он важнее других. И забывает о нашей главной общей цели. Если есть бхакти внутри нашего сердца, то взаимоуважение, оно естественно. И мы будем так естественно уважать друг друга, даже можно видеть подлинный Гуру, не выражает почтение своим ученикам, как Гуру Кешода с Бабаджи Махарадж, чистые преданные, если на них внимательно посмотреть, то можно видеть, что они выражают почтение даже своим ученикам. Это их настроение, они никогда не думают, что они гуру. И это признак подлинного гуру, что они никогда не думают о себе, как о гуру. И поэтому мы не можем уважать друг друга из-за того, что мы отклонились от нашей главной цели и нет общего интереса. И поэтому конкуренция возникает, зависть, какая-то политика из-за влияния Кали. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, Шрила Прабхупад говорил, что будьте осторожны о сатсанге. И вот Шрила Прабхупад говорил, что мы должны быть осторожны с сатсангой, если мы под именем сатсанги совершаем асатсангу, то никто не сможет спасти нас. Если мы выпьем яд под видом чего-либо, то яд отравит нас. Если мы засунем руку в огонь, то огонь обожжет нас. И Рамануджачарья, он задал прекрасный вопрос. Рамануджачарья, он дал нам урок, чтобы мы уважали вайшнавов. И вот он показывал на собственном примере, как нужно выражать почтение вайшнавам всегда. И вот Рамануджа Ачарья говорит, если вы заинтересованы в том, чтобы сохранить свой баджан каждый день, вы должны прославлять вашего гуру каждый день. Вы должны быть очень осторожны, что те, кто против гуру вайшнавов, Рамануджачарья говорит, те, кто против гуру вайшнавов, мы не должны смотреть на их лица даже. Не то, что идти к ним на какие-то праздники или есть то, что они дают, даже смотреть на них не можем. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он наказал двух своих учеников. Однажды они поехали в Кришнагар по какой-то севе. И когда вернулись, они они приняли просад в каком-то Гаудимате, который отклонился от учения Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж спросил, что так долго они задержались, и сказали, что вот зашли туда-то, и там просад приняли. И Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что сейчас вам три дня нужно поститься. Там нельзя есть, нужно помыть свой рот коровьей мочой и навозом. Шрила Кешава Госвами Махарадж был очень строг, что те, кто против чистых гуру вайшнавов, я уже говорил о множестве способов, что мы должны защищать свой баджан в течение всей жизни, мы должны понять всю сиддханту, что мы слышали, и те признаки, благодаря которым нужно опознать демонов, которые находятся в одежде преданных, и мы должны быть осторожны, чтобы избегать их, иначе никакое количество харикатхи не поможет нам. Если наша харикатха совершенна, то слушая ее, эта харикатха защитит нас, иначе никто не сможет спасти нас. И это очень важно. Рамануджа Ачарья говорил, как выражать почтение всем преданным, даже женщинам. Рамануджа Ачарья, он показал своим примером, как нужно выражать им почтение, мужчин и женщин. Это внешняя оболочка души. Мы выражаем почтение прежде всего душе. И где бы мы ни находились, мы должны поддерживать чистоту своей пищи, просада, то, что мы предлагаем
чтобы это стало прасадом, нужно поддержать внешнюю чистоту, внутреннюю чистоту харикатхи, харикиртана, повторение святых имен джапы, поскольку если мы не будем этого делать, то почувствуем, что наш баджан охладился буквально, стал слабее. И вот обусловленные души для них это обязанность Шрилы Прабхупады в том, что всегда помогать обусловленным душам совершать баджаны. И Шрила Прабхупад занимал все в хари баджане так или иначе. И Шрила Прабхупад помогал им, не позволял куда-то отклоняться, но природа садгуру в том, чтобы садгуру не идет ни на какие компромиссы и не занимается лестью. Садгуру всегда занимает нас в севе, чтобы у нас не было времени заниматься какой-то ерундой. Вот в Упадишамрите говорится, в этой шлоке говорится это. Вроде она небольшая, но если объяснять ее смысл, это получится огромная философия, которая стоит за всем этим, все тонкие суждения. И все время мы должны быть осторожны, где бы мы ни находились, наше влечение к чему-то, но что-то постоянно привлекает нас. И как защитить себя от всего этого? Это наша обязанность, если мы возгордимся собой, то это тоже может стать причиной падения. Наша защита — это пометование Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж всегда помнил Гуру Вайшнавов и Бхагавана, всегда взывал к ним, повторял их имена. И вот Рагхунат Дас Госвами, он дает нам такой урок, если обусловленная душа чувствует разделение, то в этом случае мы должны взывать к именам Гуру Вайшнавов. И вот, например, мы чувствуем вожделение, что случилось. И мы должны вспомнить нашу Гуру-варгу. Всю Гуру-варгу, все имена, которые мы помним, мы должны повторить их, воззвать к ним. И таким образом мы сможем защитить себя иначе. Что могу вам посоветовать? И вот имена Гуру Вайшнавов, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать, нужно повторить, вспомнить и повторить имена Гуру Вайшнавов, молиться Йогамайе, чтобы она не посылала нам никаких плохих снов. И потом, когда мы просыпаемся, нужно опять вспомнить имена Гуру Вайшнавов и тогда начать свой день принятия омовения. Тоже, когда мы принимаем омовение, благоприятно повторять святые имена. И тогда вы обретете какую-то особую силу в баджане. И в течение этого дня тоже не будет никаких проблем. А если что-то будет, то это как-то самоустранится, эти все проблемы, или придут в каком-то таком простом виде. И вот наставление Шрилы Прабхупады, если будете каждый день читать читание Бхагавату, читание Читамриту, это очень полезно. Хотя бы если там пару страниц, если много не можете. Если вы читаете, а комментарии, объяснения тоже нужно читать такие авторитетные, правильные комментарии Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура и Гаудия Киртана, мы тоже должны петь каждый день. И вот Рамануджа Ачарья, он дал нам много наставлений, и даже Данурдас, very much attachment for wife, very beautiful wife.
у него был такой ученик, он очень был привязан к своей жене, и Рамануджачарья хотел пролить на него свои милости, и тот потерял такую сильную привязанность. И вот Рамануджачарья хотел показать нам, как уважать Гуру Вишнаву. На этой основе Рамануджачарья, он оставил собственную жену, собственную семью, поскольку она хотела оскорбить или оскорбила жену его гуру без всякой причины. И вот они пали, ходили в воду, по воду в один колодец, и жена Рамануджачарьи, вот она воду набирала с этого колодца, и тут так случилось, что вот набирали, там брызги были, вот попали в ее ведро, и как она возмущалась, материла, на чем свет стоит ее. И вот и этот Гурудев Рамануджачарья, узнав об этом, решил уйти с этого места. И вот он, Рамануджачарья, узнал об этом, как, что случилось, зачем он уходит, потом выяснилось, что это жена его такая оскорбила, и Рамануджачарья оставил жену сразу же. И пошел к Бхагавану и сказал: «О Господь, с сегодняшнего дня я твой, я полностью твой, нет никого, кроме тебя в этом мире у меня». И вот много случаев таких с Рамануджачарьей. Если кто-то не выражает почтение вам, это ваша обязанность выразить почтение ему. То есть, если кто-то не выражает почтение мне, то моя обязанность выразить почтение ему. Может, какой-то демон в одежде саньяси. Но почтение выразить ему все равно надо, но выражать почтение нужно не ему, а сверхдуше, которая находится в его сердце. То есть, как можно видеть на примере Удави, Удав выражал почтение Дурьотхане, но в комментариях уточняется, что тот кланялся, памятуя, что Бхагаван находится в каждом сердце, даже в сердце демонов, и он выражал почтение Бхагавану, пребывающему в его сердце. И вот любые отношения, взаимоотношения с обусловленными душами, они станут причиной нашего падения. А сатсанга, она очень опасна, что из-за сатсанги можно попасть в ад. И вот сатсанга, она очень опасна. И сейчас, слушая так много харикатхи, я думаю, вы поняли, что такое сатсанга, что такое асатсанга. И вот асатсанга, она, мы всегда должны избегать асатсанги. Асатсанга может прийти в нашу жизнь в различных формах. Ешитсанга тоже может прийти в различных бесчисленных формах. Но чистые преданные, у которых есть связь с Сангуру, они могут осознать и не совершать никаких ошибок. Ешитсанга может прийти в различных формах. Мы можем даже не понять этого. Но мы должны быть всегда очень осторожны, бдительны. Иштагошти возможно среди преданных, но если кто-то не заинтересован в Иштагошти, у которого нет интереса к Харикиртану, то им не нужно приходить для обсуждения этой Харикатхи. Вот Иштагошти, значение Иштагошти значит, что у нас должно быть похожие устремления нашего сердца, как какие-то общие интересы. И когда мы собираемся вместе, если какие-то демоны и ракшасы тоже приходят, они осквернят наше собрание. И вот мы не должны приглашать их на Иштагошти. Иштагошти возможно, только с людьми одних интересов. То есть такой кружок по интересам, можно сказать.
То есть относительно баджаны у нас должны быть такие же цели, такие же настроения, ну, по крайней мере, не сильно отличаться. Кто-то может задать какой-то вопрос, мы поможем его решить. И также практично, если мы перед тем, как что-то проповедовать, нужно самостоятельно следовать всему. Наши мысли должны быть чисты. Если наше сердце осквернено, то наша проповедь, она осквернит других. И таким образом, тысячи харикан лекций я... Кто-то... Вот Махам Махараджа посоветовали ответить на вопросы какие-то, вот Махараджа будет отвечать. Вот еще полезно слушать харикатху, которая была раньше. Sometimes you can make pause, you know, pause. You can stop some critical point. Again, you can. И вот можно обсуждать прежнюю харикатху, и таким образом получится прекрасная проповедь, что можно достичь великого успеха. Ну, то есть это как помогать другим понять какую-то харикатху, которая может не так проста для понимания, но замечательно. И вот практически каждый день мы должны заниматься этим, слушать харикатху, помогать ее понять желающим. И вот во время Иштагошти у кого-то возникают какие-то вопросы. Если есть Гуру Сева, вот в процессе Иштагошти, если мы совершаем Гуру Севу по-настоящему, то мы сможем ответить, но в нашем сердце появится ответ на все эти вопросы. Вот Иштагошти должны быть организованы таким образом, чтобы каждый получил совершенный ответ. Если будем думать, памятовать о Гуру Вайшнавах и Бхагаване, тогда мы сможем вспомнить всю харикатху. Памятование очень важно на пути Харибаджана. Памятование значит, смотрите, если у меня есть любовь к Гуру Махараджу, я могу вспомнить то, что говорил Гуру Махарадж мне каждый день. Я могу вспомнить об этом и сказать другим, что Гуру Махарадж делал, когда делал, зачем делал. Если у меня нет такой связи с Гуру Махараджем, что я могу сказать, как в материальном мире можно посмотреть, что люди влюбленные друг в друга. Постоянно думают друг о друге, это просто материальная любовь. Если на основе этой материальной любви, это возможно, то почему это невозможно в трансцендентном мире? Тем более там возможно. И вот прийти, смотрите, любовь и привязанность, и смотрите, памятование, это все взаимосвязано. Если у нас нет любви прийти, то также не будет смотреть памятования. Если мы любим кого-то, то мы будем помнить об этом. И вот относительно Иштагошти мы должны быть очень осторожны. Если какие-то демоны приходят, то осквернят все, и мы потеряем нашу силу. И если какой-то могущественный вайшнав, то они не смогут ничего сделать. И вот из-за влияния майи всяких демонов далеко не каждый может совершить какой-то значимый прогресс в харибаджане. И вот Рамаджачарья говорил, что мы должны выражать почтение преданным, но если он демон в форме преданного, внешне можно поклониться ему, но
нужно часто наблюдать каких-то ачарьев, демонов, но кланяясь им, нужно не забывать, что сверхдуша, Господь в форме сверхдуши присутствует в каждом сердце. И помни, что мы кланяемся Нитянанде, Рамануджачарья даже говорит, что если какие-то божества, основанные какими-то демонами, непреданными, нам нет никакой нужды кланяться им. Можно видеть много огромных храмов, очень богатых, так роскошных, много еды там, просадом назвать сложно, и вот если кланяться там, это нехорошо. И вот Рамануджачарья говорит, что такие божества, которые основаны какими-то, то есть нужно кланяться только тем божествам, которые призваны великими преданными, или те, которым поклоняются должным образом долгое время, то вот таким нужно кланяться. Если это не божество, тоже может быть такое, например, то есть еще такое может быть, что даже если какое-то божество призвано великим преданным, а потом этот храм с божеством какие-то демоны захватывают, то Бхагаван может уйти из этого божества. И вот то есть о том, что если в храме не поддерживают должного стандарта, занимаются всякой ерундой вместо поклонения, то Бхагаван не обязан находиться там. И вот Бхагаван опять может уйти. Он может явиться в этом божестве по просьбе какого-то великого преданного. И потом, когда этот храм захватывают какие-то демоны, и вот может уйти. И вот виграха. Что значит виграха? Значит ви плюс граха. Гуру Варга объясняет, ви значит вишеш, особое, одно граха. Особую милость, чтобы Господь даровать, для того, чтобы даровать нам особую милость, Он принимает форму виграхи. Виграха не говорит с нами, не говорит, что мы забыли что-то. Положить соль в какое-то блюдо для приглашения, забыли угрызть, забыли там еще что-то сделать. Но виграха может говорить с нами, с чистыми преданными, как в случае с Мадхавендрапури, с Рупой Санатаной. Не с каждым. Виграха может говорить. И вот виграха может молчать, как статуя, ничего не говорить, но они не все знают, что это сам Кришна. Просто он явился в такой форме, чтобы не говорить ни с кем. И это особенность виграхи. Вот виграха сева, благодаря служению подлинной виграхе, мы можем достичь великого успеха при должной вере. И если в каком-то храме такие там божества основаны великим преданным, но потом они были преданы, этот великий преданный ушел из этого мира, и демоны, оставшиеся в храме, занимаются всякой ерундой, то это виграха, Бхагаван не обязан находиться там, в этой виграхе. То есть он может уйти. И тогда и этот великий саду, когда он ушел из этого материального мира, кто-то думает, что 20 лет назад он ушел, например, и мы кланяемся божествам, но не знаем, что из-за бесстыжего поведения этих тех, кто ухаживает за виграхой, Господь, Он ушел из этой виграхи. Как, например, какие-то преданные говорили мне, что много случаев они говорили, что во время Гурупад Падме, когда мы смотрели на виграху,
чувствовалось, что что-то особое, но сейчас мы смотрим, что-то ничего нету. Как там обычные... В общем, ничего нету. И я с ней спросили, почему. Я сказал, почему. Вроде Виграха то же самое, но какой-то шам, какое-то могущество с нее, все ушло. И уже не чувствуется радости, смотря на нее. И вот из-за вот этого, что сказал Рамуджачари, что Господь может уйти из Виграхи также. И также Рамуджачари сказал нечто особое в каком-то месте, какие-то браманы, ну, может, не преданные, не особо преданные, так, браманы, но обычные браманы, они основали какой-то шив-мандир или какое-то божество основали. И если по какой-то случайности великий преданный будет мимо проходить, и поклониться этому безжизненному божеству. Бхагаван еще не пришел, он просто в форме идола находится. Но когда чистый преданный поклонится ему, то Бхагаван, он вынужден явиться в этой Виграхе, чтобы принять поклон от своего чистого преданного, поскольку Бхагаван не может не выразить ему почтение, поэтому он является в этой Виграхе и принимает поклоны. И вот чтобы исполнить желание сердца этого преданного, Бхагаван, он там, и он является в этой Виграхе. И поэтому какие-то шив-мандиры, основанные чистым преданными, нужно кланяться им, иначе нет. Если какой-то храм из храма превращается в какой-то воскресный клуб, и там не проходит достойного поклонения, то Господь может уйти оттуда. Вот шастра говорится, что если мы примем даже щепотку Махапрасада, этого достаточно, чтобы исправить нашу жизнь. Этого достаточно, чтобы победить влияние майи. Прасад, что такое? Прасад — это не только еда, не только рис. Далы сабжи. Прасад — значит милость. Харинам — это прасад, харикатха — прасад, прасад — прасад, гирлянды Бхагавана — это тоже прасад. Или какие-то какие-то предметы, использующиеся для поклонения Господу, и от Него остающиеся — это тоже прасад. Я хочу служить Шилаграму, Гирираджу, божествам всю жизнь, но возможности нету и места нету. Поскольку также это подобно обузе для меня. Гурудев дал мне Ванисеву, и поэтому занимаюсь только этим. Если я буду поклоняться Гирираджу, и вот когда Гирираш у меня был, я ему сказал, что могу служить как в Раджавасе, поскольку живу далеко, весь день занят в Ванисаве. И вот я сказал Гирираджу, что можем только воду тебе предлагать и туласи, и все, пожалуйста, прости. И можешь быть поклоняем только Харикатхой. Я сказал ему, и поэтому это... В этом ошибок нет, и время от времени в особые, какие-то особые титхи мы предлагаем молоко ему, омываем молоком, а в другое время только вот водой туласи и шиваджи тоже поклоняемся, тоже только водой и листьями было. А если так полноценное служение организовать, то весь день будет занят. Я внутри, конечно, провожу все это внутри, в уме все.
но физически возможности нет. Я не могу спать, пока не закончу обетованное число кругов Харинама. И таким образом мы должны помнить то, что Рамануджачарья сказал так много всего, что те, кто демоны в форме, этой одежде, в одежде преданных, мы не должны даже смотреть на их лицо, не говорить с ними. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит то же самое. И вот на Бенгале говорится здесь, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Вайшнав всегда чист. Настолько чист, что мы не можем представить. И если кто-то из-за зависти, он критикует его, говорит какую-то ерунду, то в этом случае Бхактивинода Тхакур, он молчит. И не смотрит на таких людей. Вот на Бенгале говорится. И вот всегда мы должны помнить. Даже если наш муж, например, демон, мы тоже должны быть осторожны. Или жена демон, тоже нужно осторожно быть. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы должны организовать ситуацию так, чтобы не как-то не разговаривать с ними, не общаться. Как Рамануджачарья, он организовал ситуацию таким образом, что, чтобы избегать вот свою такую жену. Ну, в смысле, слушал совсем из дома. Но в уме мы должны всегда общаться с Гуру Вайшнавами, поддерживать связь с ними, памятовать их, где бы мы ни были, хотя бы в уме. И если мы потеряем такое памятование, то это может стать причиной нашего падения везде. Где бы мы ни находились, мы должны находиться с Гуру Вайшнавами, не с материалистами. И таким образом... И вот я отвечаю на ваши вопросы. И проповедь тоже должна совершаться так. Мы должны говорить о сути Харикатхи, объяснять что-то, если что-то непонятно. Если кто-то оскорбляет чистый Гуру Вайшнавов, то мы должны уйти с этого места и не иметь никаких дел там. Относительно просады тоже нужно выяснить, просад это или нет. Например, где-то какие-то праздники организуют, нанимают каких-то поваров. Ну, поваров непонятно кто. Обычно можно наблюдать, особенно в Бенгалии, то, что на тех, кто готовит, нужно смотреть, особенно на каких-то этих больших праздниках, как вот здесь. Ну, в общем, нанимают каких-то посторонних паров, которые ничего не делают, ничего, ничему не следуют, не имеют никакого представления о преданности. Некоторые даже на время готовки надевают тилок, катхимала, это священный шнур. И таким образом все оскверняется. Поэтому просад, ну, получается еда какая-то, поскольку Господь не принимает то, что готовят непреданные. И вот чтобы поддерживать всю чистоту везде, мало кто может это делать. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, когда они ездили на поездах, они поддерживали все высокие стандарты. И чем больше мы
сможем поддерживать чистоту, тем выше можем продвинуться на пути баджана. Но опять же, когда вы поддерживаете чистоту, гордиться этим нехорошо. Если вы поддерживаете внутреннюю, внешнюю чистоту, вы почувствуете какую-то силу, какое-то могущество внутри вашего сердца. Мы не должны идти на какие-то компромиссы. Например, кто-то в оскверненном состоянии, с крематория только что пришел, или с больницы какой-то, или еще с какого-то скверного места, или вот он на лодке переплыл, и там законтачили его непонятные люди. То есть есть такое грубое осквернение, есть тонкое еще. Вот в Северной Индии Махарадж говорил Харикатху, и вот там Махараджа посадили на этот мотоцикл и поехали на Харикатху. И какой-то еще проезжал, ну, пробка была, в общем, еще кто-то там проезжал, Махараджа засадили со всех сторон. Махарадж потом, когда приехали на место, Махарадж помылся полностью, переоделся в новую одежду, и тогда только начал Харикатху. Вот место Харикатхи, там, где происходит поклонение Бхагавану, мы должны поддерживать здесь чистоту больше, чем в храме при поклонении божествам. Это не шутки. Если, например, если что-то сохранилось, мы это как проигнорировали, потом что там слишком холодно, например, то вся наша комната оскверняется. И вот относительно осквернения чистоты мы не должны лениться. Если ну, еще у них не такое тонкое осквернение, если нам, если мы едим, и кто-то смотрит, но особенно в Индии популярно, если кто-то там ест, особенно белые собираются, там куча народу стоят и смотрят вокруг. То есть это тоже адские осквернения, поэтому лучше есть и пить, где никто не видит. И вот мы должны утвердиться на пути баджана, достичь стабильности. Потом все произойдет. Вот мы должны быть разумны относительно Хари Баджаны, очень осторожны. И мы должны занять себя в Харисеве. Если мы не сможем занять себя в Харисеве, то это может стать причиной нашего падения. Вот общение, оно должно быть постоянно. Вот я могу посоветовать что-то, но следовать этому или не следовать, это уже от вас зависит.
Вот вопрос, что случается, когда Кришна не при... Махапрабху не приходит в какую-то югу, а Кришна приходит в различных формах. То есть в каждую югу Кришна в какой-то форме приходит. Но непосредственно Бхагаван не приходит, а какая-то его ипостась. А сам Бхагаван приходит только раз в судьи Брамы. И поэтому у нас в эту Кали-югу особая милость. И это моя просьба всем вам. Если какая-то слабость в ком-то, должен знать об этом, не должен скрывать ничего, иначе станет лицемером. А лицемеры никогда не обретут бхакти, если у кого такая-то слабость, ну, что делать? Но слабость и лицемерие — это разные вещи. Поскольку какие-то слабости могут стать причиной нашего падения, мы должны от них избавляться. А лицемерие еще хуже. И Бхагаван никогда не прощает лицемеров. Кто-то совершает харибаджан из-за каких-то привязанностей, что-то делает не совсем правильно, какие-то ошибки совершает, но Бхагаван прощает его, поскольку тот совершает баджан, и его настроение хорошо, но из-за прошлых самскар какие-то ошибки совершает, но это не так страшно. И в Бхагаватам говорится вот такие слова. Что в общем, Бхагаван поможет нам. И вот Бхагавад-дхарма, она очень сложна исследовать, и в то же самое время она проще всего. Бхагавад-дхарма очень сложна для исследования, но в то же самое время она самая простая дхарма среди всех. Это дхарма нашей души. И вот таким образом мы, где бы мы ни были, мы должны помнить о Гуру Вайшнавах. Если мы по-настоящему слушаем Харикатху, то если мы получили вкус к Харикатхе Шрилы Прабхупады, к его учению, то в других, то никакой потребности в чем-то другом и никакого вкуса к чему-то другому у нас не будет. И таким образом наша жизнь, она вся как подобна карте к врате. Иногда какие-то сложности возникают на нашем пути, но мы должны их преодолеть. И слушая Харикатху и Харикиртан, если у нас есть желание, стремление к слушанию Харикатхи и совершению Харикиртана, это зеленый свет на нашем пути. Use cloth is not prohibited. I have cloth. With that cloth, I travel whole Vrindavan. I have one cloth. I have cloth. Somebody asking me. They love me. So they take cloth. I have torn cloth. I travel whole Vrindavan. There is dust particle of that.
their clothes is there, very dirty. You can hit. Follow. It is hit. Actually, those who are in renounce order, their cloth you should not use it. Renounce order, like I cannot use the cloth of Guru Maharaj. I can keep, but keep for respect. Ну, то, что мы не должны использовать, ну, носить, в смысле, одежду вайшнавов, особенно сцене. Но одежду Гуру Махараджа мы носить не... Ну, в общем, вопрос, ну, кто-то попросил какую-то одежду Гуру Махараджа для, ну, для поклонения. Вот Махарадж говорит, что можно взять, ну, для просто... хранить, ну, для поклонения, а носить ее нельзя. Ну, в смысле, одежду Гуру Махараджа можно хранить для поклонения, для памятования, но... Ну, еще говорится, что мы не должны пользоваться чужой одеждой, чужой асаной, вообще чужими вещами. То есть можно взять одежду Гуру Махараджа для поклонения, просто хранить где-то на алтаре, а носить ее нехорошо. Ну, еще если у нас одежда... You can feel happy all the time, provided you are successful to keep the flame of Hari Sankirtan Yajna alive inside your heart. If Hari Sankirtan Yajna inside your heart always there, you can feel no problem all the time you have. Otherwise, you can contemplation, enjoying mood, because main problem is enjoying mood. Всегда помнить Гуру Вайшнавов, и тогда чувство счастья будет внутри нашего сердца. И тогда вот эта склонность к наслаждению, она будет затменена памятованием Гуру Вайшнавов. From where you can see everything clearly. This is good, this is bad. And previously I have done mistake, now I should not do mistake. This way, rectification. Now is a question of rest. Now our impounded condition, it is a question of rectification. И вот, находясь в обусловленном состоянии, мы должны исправить все свои недостатки. И когда мы избавимся от тех недостатков, то мы достигнем следующего уровня, на котором будем чувствовать какую-то трансцендентную радость в нашем сердце. Мы всегда будем хотеть совершать харинам и чувствовать радость от этого. И с этого момента мы почувствуем, что наши анартхи ушли, и захотим повторять больше харинам. А когда у нас есть желание совершать харинам, совершать целую, и будем чувствовать от этого радость, то это значит, что все анартхи ушли из нашего сердца. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. И Шрила Прабхупада уже сказал, что чем больше вы развиваете любви к лотосным стопам Гуру Вайшнавов, чем больше чувства к Гуру Вайшнавам в вашем сердце, то это признак продвижения вперед. Как, например, кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, как мы можем узнать, кто совершает лучшее служение, кто служит лучше всего Гурудеву. И Шрила Прабхупада сказал, тот, кто
развивает больше любви к лотосным стопам гуру и вайшнавов, тот совершает совершенную гуру сева. Шрила Прабхупада очень умен был, он не сказал, что вот кто-то конкретно. Он так сказал, в общем ключе, главные признаки этого. И вот Шрила Прабхупада косвенно сказал, что тот, кто развил огромную любовь к лотосным стопам гуру и вайшнавов, будьте уверены, что он лучший гуру севак, как я уже сказал. Иногда какие-то важные люди с Гаудия общества уходят, но Шрила Прабхупада не жалеет об этом, что какой-то великий пандит или ученый ушел. Шрила Прабхупада не жалеет, а если Шрила Прабхупада, на смысле, не ушел, а куда-то пропал на время. А иногда случается, что какой-то обычный преданный, его нету, Шрила Прабхупада спрашивает, где он, что с ним случилось, поскольку он знает, что тот преданный, он любит его по-настоящему. И вот в соответствии с количеством нашей любви к лотосным стопам гуру вайшнавов, мы разовьем нашу силу баджана такого стандарта. И вот признак проповеди, Шрила Прабхупада говорит, кто проповедует по-настоящему, глупцы не могут об этом говорить. Все пытаются это как-то скрыть, поскольку это обличает их натуру. И вот признак подлинной проповеди — это смирение. Чем больше мы проповедуем, и наша проповедь настоящая, тем больше смирения рождается в нашем сердце. Мы никогда не пойдем ни на какую, мы не будем конкурировать с Шрилой Прабхупадой, не будем пытаться затмить его славу. И поэтому можно судить, кто есть настоящий проповедник, а кто нет, кто проповедует только ради славы. И вот мы должны пытаться поддерживать наш баджан, иначе нет никакого другого пути. Это одежда, Махарадж поясняет, если кто-то дал нам одежду какого-то возвышенного преданного, какого-то великого преданного в форме просада, например, одежду Гуру Махараджа или другого какого-то, мы принимаем в форме просада, но одевать... То есть эта одежда получается тоже просад, и можно ненароком оскорбить, как-то осквернить это. Будет неуважительно по отношению к тому преданному. Но еще момент такой, что если мы свою одежду даем кому-то, то есть получается это наш просад. И, это, если мы даем, делаем это с гордостью, с чувством своего превосходства, то это нехорошо. И вот в этом киртане говорится, что если мы чувствуем свое превосходство над кем-то, то мы пытаемся что-то дать таким людям. Там. То тогда вопрос, но если мы думаем, у нас есть смирение, думаем, что мы
собака нашего Гуру Махараджа, то тогда такого не возникнет. И то есть не будет у нас такой потребности кому-то что-то дать. То есть это чувство гордости, если возникает просто седование кому-то какой-то одежды или еще что-то, то это нехорошо. Это может стать причиной падения, нашего падения. И если у нас нет такого настроения, то хорошо. Ну, лучше защищать свой баджан, не пытаться кому-то давать одежду или еще что-то. Но с другой стороны, мы можем взять какой-то кусок одежды Гуру Махараджа, хранить его для поклонения, это другое. Но носить опять же нельзя это. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если мы думаем о себе как о незначительном существе, то есть у нас не будет желания кого-то дарить своей милостью. Это хорошо. Вот такой момент, что если кому-то нуждающимся отдать, это другое. То есть моменты философские. То есть просто нуждающимся отдать, тут это не относится к этому. То есть, нуждающимся как бы нужно, они как бы не связаны с Харибаджаном, там, с каким-то уважением и просадом, поэтому, ну, если давать преданным, то там вот возникает вопрос, что можем подумать, что мы выше кого-то, что даем свой просад кому-то, то это нехорошо. С другой стороны, давать что-то нищим, тоже проблема в том, что эти нищие могут как-то недостойно вашей одежды распорядиться. So if this kind of case happens, then he can again fall down. He is poor, very poor. Again he can fall down. So many kind of possibility there. If the poor going to use your clothes, okay. If poor going to put cloth down and going to wash his leg, then he is going to. You are going to do some benefit to him. You are going to do some benefit. Ну, то есть это проблема с нищими, то, что могут как-то неуважительно к одежде относиться. Ну, в частности, ногами на не наступать, если, например, дали одежду какого-то вайшнава, тот на нее использует в качестве там половой тряпки,
ноги об него вытирает, как от него жителя, к тому вайшнаву будет, от которого ему попала эта одежда, и человек и так бедный, еще и оскорбление получит такое неосознанное.